После торжественного начала церемонии приветствую учащихся и педагогов школ города, заместитель главы администрации Ирина Ахмадишина выразила уверенность в том, что ребята продолжат активно заниматься в патриотических клубах и добьются поставленных целей. И самая главная цель – быть человеком. Быть человеком, готовым стать защитником своей семьи, своей малой родины и своей отчизны. Но пусть всегда будет мирное небо. С праздником! Большинство учащихся кадетских классов или тех, кто занимается в патриотических клубах, планируют связать свою жизнь со службой в армии. И уже сейчас многие из них добились успехов в начальной военной подготовке, в том числе и в стрельбе из пневматического оружия. Сильнейших в своих дисциплинах наградил начальник военкомата Валерий Анисимов. А завершилась церемония закрытия показательными выступлениями спортсменов. Лилия Гарифуллина, Азат Давлетшин, «Время новостей».